Пойду здесь в парке погуляю. Вот Ахмед, именно Ахмеда Шахид. Здесь вот кто погибает за родину, за какие-то боевые действия, именами называют парки, надземные переходы, скверы. В общем, их не память всегда это. Вот, поэтому вот это одно из таких. Ахмед Топчи, Хава Топчи, воздушный стрелок. Вот, именем его назван вот этот парк. Вот, рядом со мной. Здесь, помните, я вам показывал, тогда еще ремонт шел. А сейчас вот пустили, ремонт закончили. Вот, вода пошла. Вот. А, так вот. Россия. Здесь же вот это еще. На береза. Это на береза. Это зеленые. Здесь очень хороший парк. Да вообще здесь парки обустраивают хорошо. Помните, я вам показывал, тогда еще ремонт делали. А сейчас закончили, все обустроили. Ну вот, красиво, все быстро. Вот, здесь вообще хорошо гулять. Скамеечки, все. Вечером выйдешь вот так вот. Какой парк хочешь, такой выбираешь. В шаговой доступности все. Все шаговой доступности. Чистенько, уютненько. Постоянно убирают. Все, детские площадки. В общем, такое чувство, как будто вот, вот эти леса смотришь, думаю, блин, наверное, как Томске. Лагерный сад. Вот. И между домами. И вот это дерево такое хорошее. Такие листья интересные. Вообще, для здоровья самое то, ребята. Для здоровья вот такие парки везде надо создавать. Везде, во всех странах. Для человека что надо? Чтобы просто вот так походить. Вот так вот мусорные мешки стоят. Вот. И сюда бросают все. Вот, мусор, люди. Вот. Вон, детская площадка, детишки играются. Красота, в общем. Зелень. И между домами, понимаете? Это очень длинный парк, длинный. Если идти вон туда, можно идти. Далеко-далеко. Можно гулять. С одного микрорайона до другого вот так протягивается вот этот парк. Это Кечуэрен Махаллесе, Беледьесе. Вот. Айвалы. Здесь. Я в таком районе живу, где Яйла, Махалле, Этлик и Айвалы. Все рядом. Вот. А? Кошара, смотрите. Такой сидит, смотрите, ой, красавчик, глаза, смотрите, горят. Видите, такой сидит, такой, весь черный, черный, хозяин ночи. Смотрите, как, а? Красотка, или кот, или кошка. Ну все, вот так вот. Даже котам, кошкам здесь хорошо. А людям тем более. Вот почему люди выбирают Турцию. Потому что здесь спокойно, хорошо, уютно и безопасно. Вот так вот, дорогие мои. Для людей что надо? Не слова,
А нужны дела. Показать, что для людей все делается. Тогда народ сам выберет, где ему жить. Типа такой, как смородина здесь растет, как рябины. Говорят, его нельзя кушать. Она красный такие, гроздями прямо. Гроздями растут. А ну-ка, через эту воду я пройду-ка. Оп, оп. Я вам сниму вот это вот. Вот такой вот растет здесь, смотрите. Вот он, видите? Вот весь гроздьях вот таких. Я не знаю, что за растение это такое. Они говорят, нельзя кушать. Я говорю, ну это как нашу облепиху похоже. Вот так вот. Грецкий орех там растет. И вот эти кусты вот такие вот они. Красота. Закон людей, выход. Я вот по камням прохожу. Ноги не обмакиваю, ничего. Оп. Вот так. Вот так. Красота. В общем, хорошо, ребята. Всем хорошего вечера. И хорошего настроения. Берегите себя.